Вот из тех помад, которые у меня есть, у меня они, в принципе, всего лишь двух-трех цветов, потому что есть холодный оттенок, есть теплый оттенок. То есть я, по большому счету, помадами не экспериментирую. Ну и вот, давайте посмотрим. То есть это помады, которые идут три в одном. Чем они мне нравятся? Это тем, что они содержат сразу три компонента. Это бальзам для губ, видите, он идет в серединке. Блеск для губ, это как раз окаймляющее кольцо, такое с блеском. И, собственно, помада, третий слой. Технология запатентована компанией Oriflame. Впервые трехслойную помаду выпустила именно компания Oriflame. Ну вот у меня такой оттенок фукси. Причем, если я вам открою другую помаду, она тоже будет практически оттенка фукси. Чуть-чуть немножко другой вариант. То есть здесь бальзам идет, видите, во втором контуре. Ну вот чуть-чуть оттенки отличаются. Видите, потемнее, поярче. Так, еще один оттенок, который очень похож на эти. Это красный такой, знаете, ягодно-красный. Вот он, этот оттенок. Это блеск для губ. Блески для губ я очень люблю, потому что они быстро наносятся, хорошо лежат на губах. И у меня есть еще один блеск для губ. Вот такой же в тюбике. Это блеск для губ устойчивый. То есть из серии Верими. И когда я его наношу, он проявляется. То есть он бесцветный, но наносишь его на губы, он становится ярко-ярко таким ягодно-красным. Еще один блеск, который у меня есть, это Giordani Gold. Видите, какой он красивый в тюбике. Уже подстерся немножко, да, тюбик. Но когда я его достаю, он совершенно прозрачный. А когда я его наношу, он практически не виден на губах. Но что мне не понравилось, это то, что у него, видите, очень яркий оттенок такой. Я думала, когда я брала этот блеск, что он будет намного ярче. А так он дает такой прозрачный блеск на губах с розовым оттенком, таким с оттенком фукси. И вот такие частички сверкающие, золотистые есть в этом блеске. Ну вот я его наношу сейчас, когда вот вечером на прогулку, например, иду, не хочется губы красить там специально, да, вот я его уже наношу, этот блеск, он для такого экспресс-варианта, так скажем. Ну как вот вечерний блеск, он мне не понравился. Может быть, просто он для меня слишком бледноват. Остались еще у меня помады от Тины Канделаки. Серия была представлена, опять оттенок фуксия. То есть вот он такой, видите, идет. Вот они у меня все однотипные, только все по качеству разные, да. То есть практически все одного оттенка идут. Помада очень бархатного нанесения такая, мне понравилась. 24 941, ее можно приобрести в каталогах. Ну и вот еще одна помада. Это помада из ограниченной серии идет, она бывает по распродажам. Очень мне хотелось помаду кораллового цвета. Вот я, в принципе, ее нашла. Такой, знаете, яркий коралл. Не знаю, как вот она будет показывать на экране. Она ближе вот к оранжевому цвету. И с такими золотистыми частичками мне очень она понравилась. Это такой вечерний вариант макияжа. Так, ну и вот сейчас я себе взяла помаду из серии Giordani Gold. Конкретно коралл. Видите, оранжевый оттенок. Идет она матовая, эта помада. Ну вот мне очень нравится флакон у нее, мне нравится нанесение. Она идет без ароматизаторов и отдушек. То есть я, в принципе, осталась очень довольна. Вообще из серии Giordani у меня это, мне кажется, единственная помада, вот кроме блеска еще, потому что я никак не могла себе подобрать оттенки. Так как у меня, видите, оттенки фукси есть уже холодные, да, мне хотелось теплый оттенок. Ну вот я подобрала себе теплый оттенок, осталась довольна. Так, из бальзамов для губ у меня два бальзама. Один бальзам из серии Beauty. Это код, сейчас скажу, 20279. И второй бальзам из серии Giordani Gold. Что могу сказать? 22761. Что могу сказать об этих двух бальзамах? Этот бальзам идет очень плотный. То есть такой, знаете, он даже не тает, так скажем, да, такой плотной консистенции. Так, ну и второй блеск для губ, бальзам для губ, это из серии
Beauty. Он идет очень мягкий по сравнению с бальзамом Giordani. Вот, видите, такой даже видно, что он такой мягкой консистенции. Почему я взяла два бальзама? У меня один бальзам в домашней косметичке. Вот этот в домашней косметичке бальзам серии Beauty. А с собой я беру вот этот бальзам всегда. Серии Giordani Gold. Бальзамы я наношу под губные помады. Так, ну и вот у меня карандаши для губ. Точно так же, видите, уже все подсносились. Значит, три оттенка. Это у меня ближе к розовому оттенок. Это ближе к бежевому. И это у меня оттенок вот такой вот коралл. Карандаши, натуральный оттенок, вот этот оттенок. Один у меня в косметичке лежит, один дома карандаш. И вот бежевые, это домашние карандаши. То есть я с собой их не беру в косметичку. И вообще я карандашами для губ, скажу честно, пользуюсь очень редко.